Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Начнем с заданий. Поднять уровень персонажа, сразиться в боях и пройти одну серию испытаний. Начнем проходить серию испытаний. Погнали. Так, секунду. Да, своим старым составом побежим. Отлично, опять это место. Да, опять это место. Ну, ты сам понимаешь, сейчас будет вообще тут плевое дело. Нам этих ребятулек разобрать. Минус клан Фотовиц. Так, Маузер выпендривается. Но это недолго. У нас почти у всех двойные атаки, прикинь. Так что им здесь недолго плясать. Ну и последняя заключительная волна. Здесь у нас Бибоп и Рокстеди. Давай-ка попробуем с вертушки ушатать. Ага, не вышло. Добивочка и добивочка. Все, ребята, прошли мы серию испытаний. Теперь нам нужно с тобой сразиться в боях. Ну, естественно, будем на Ваньку-стиранка искать нужные нам элементы. И я не знаю, там сколько нужно было? 20 комиксов? Это просто жесть. Где ты, Ванька? Давай, посмотрим. 20 комиксов. Блин, может быть, нам книжки с тобой поискать, а? Да, выбор невелик. Вот как может быть сырный телефон? Вот объясни мне, сырный телефон. Кто его придумал? Наверное, Микеланджело, как всегда. Только он может... Нет, телефон у нас, наверное, придумывает Донателло. Но сырный? Даже не знаю, что и сказать по этому поводу. Да, книжки, конечно, не так хорошо выпадают, но выпадают, как ни странно. Так, нормуль. Вроде бы как выполнили с тобой задание. Сколько нам еще там нужно? 11 книжек, блин, и 17 комиксов. Это очень много. Так, и значит, нам нужно поднять уровень персонажа. Ну, у нас с тобой 23 тысячи мутагена, поэтому с легкостью прокачаем нашего бибопчика. Так. Ну, слушай, 54 уровень, я считаю, что неплохо. Теперь забираем остатки роскоши и бежим, наверное, на арену. Так, испытание у нас что? Космические странности. Да, друзья мои, я в прошлой серии немножко лопухнулся. Действительно, я прошел это событие, рвал одно место за эпизод 7, чтобы получить Донателло Космоса, а он у меня, оказывается, действительно уже прокачанный. Ну, бывает, как говорится. Так, значит, здесь с тобой у нас... неплохой фарм будет именно черепашек из космоса. Этим мы займемся чуть позже. Ну, а сначала, как ты понимаешь, у нас будет арена. Где я нахожусь? Лига самураев, 90 ранг. Вау. Вот это понижение, друзья мои. Вот это понижение. Ладно, деваться нам некуда. Будем с тобой бустить. Ну, можно так сказать, бустить, потому что мы сейчас будем с тобой отыгрывать вот этих слабых персонажей за счет нашего Армагона. И таких поединков будет очень много. И, надеюсь, с помощью вот этих вот боев мы с тобой, ну, надеюсь, до Лиги Сёгунов 3 звезды как-нибудь доковыляем. Время у нас еще есть, да? До конца недели. Вообще, что за день недели у нас, а? Кто-нибудь помнит? Мы с этими графиками рабочими, сейчас я тебе скажу, что у нас сегодня. Сегодня у нас четверг. Друзья мои, сегодня четверг. Слушай, не так уж и много времени, поэтому надо действительно подтягиваться как-то на уровень уже. Да что ты будешь делать? Вы не дадите мне 14... А, во, дают 15-19. Так, опять же, делаем с тобой откат на Армагона. И поехали. А многие пишут: Рэй, ты забросил Kingdom Rush легенды? Нет, друзья мои, я не забросил, просто за кадром прокачиваюсь. Ну а так как у меня времени мало на это, прокачка идет очень-очень медленно. И также кто пишет: Рэй, ты там ты ту игру забросил или определенную другую игру? Ребят, я если и забросил, то только лишь из-за того, что просто элементарно не успеваю. Вот и все. Будь моя воля, я бы каждый день снимал бы
по одной серии из всех наших любимых игр, но не получается, понимаешь? Или если даже получится, то это нужно убить, ну, практически все свое свободное время, весь день, короче, одним словом. Весь день, это просто надо сесть с утра и до ночи снимать, но на самом деле ты устанешь. А если не устанешь, то постепенно на тебя накопится вот эта усталость, и ты не захочешь потом снимать так часто видосики. Это у меня было такое, ребята, в тренировках, называется застой. Когда ты тренируешься чуть ли не каждый день, потом твои мышцы, видимо, устают чересчур. Уже, как говорится, кричат организму: остынь, успокойся, какие тебе тренировки, отдохни. Но ты все равно продолжаешь заниматься, и потом все, ребята, начинает у тебя падать веса, начинает какая-то апатия у тебя, все больше у тебя начинается такое стрессовое состояние, и ты делаешь перерыв. Ты делаешь перерывчик, думаешь такой: ну, недельку отдохну. А эта неделька переходит в месяц, потом еще в месяц. И таким образом я уже 3 года не занимаюсь. Вот что значит перетренироваться. Так что, ребята, будем потихонечку. У нас время есть, куда мы спешим. Все игры все равно нам не переиграть, которые есть. Поэтому будем, как говорится, отводить время на то, что у нас очень хорошо получается. В данный момент у нас кто сейчас фаворит? Морти. Плюс очень зашли мне вот эти вот стенка на стенку игры. Ну, Battle Legion, естественно. Его играю я за кадром даже. И очень немножко расслабился, потому что там меня сейчас, ребята, так бомбят. Упал ниже плинтуса. Ну, кто не верит, может зайти, и соклановцы могут посмотреть, что рейтинг у меня там упал. Не знаю, с чем это связано. Просто противник, ну, уж больно лютый там выходит. Сейчас и у нас еще вот новая игрушка про пчел. Да, я снимаю. Я также хочу попробовать поиграть Pocket Ant. Это про муравейник. Не знаю, стоит, не стоит, но как-то помню, давно меня просили в нее поиграть. Ну, это тоже симулятор муравейника. Так, друзья мои, мы уже с вами в Лиге Сёгунов. Одна звездочка пока. Ну, мы и не напрягаемся здесь, если честно. 48-47 уровень, сам прекрасно понимаешь. Играем просто на расслабоне. Вот. Плюс Crazy King. Ребята тоже ждут эту игру с iPad. Обязательно будет. Кстати, на iPad у меня очень много, ребята, лежит эксклюзивов. Наскачивал я. Единственное, что я думаю, как мне это все совместить. Android игры, которые мы с тобой постоянно играем, да? У меня даже, видишь, ПВЗ герои не так часто стали выходить. Я уже молчу про растения против зомби 2. Там вообще, ребята, игрушка заплыла. А если мы еще возьмемся с тобой за новые проекты? Ну, мне хочется взяться, понимаешь? Мне хочется, но придется тогда что-то забрасывать. И получится опять не 2, не 1,5. А на втором канале, да, сейчас, ребята, я увлекся игрой Кейо. Поиграем в героев. Тем более сейчас уже там круто пошло, да, раскачка уже, какие-то новые суперудары. Плюс новые карты силы появляются у нас, в общем. Есть, как говорится, смысл и повод поиграть в нее. Плюс тут на днях вышла игра Ведьмак. Не знаю, ребята, хочу посмотреть. Если кто в нее играл, может сразу написать мне в комментариях заранее, стоящая вообще эта игра или нет. Но там, по-моему, если не ошибаюсь, с дополненной реальностью, да, игрушка. Если так, то я думаю, наверное, мы не будем в нее играть. Ну, дополненная реальность, это значит, типа как... Помнишь, у нас была игрух такая? Ходячие мертвецы. Где надо было бегать с телефоном, да, с камерой включенной, и находить зомби, и с ними типа драться. Но это нужно обязательно ходить по улицам, там еще где-то. Это и также Pokemon Go. Мне кажется, вот Ведьмак — это что-то типа того. А такие игры мне не особо нравятся. Так что, если она именно из того жанра, мы, наверное, тогда играть в нее не будем. Потому что я, ну, ты представляешь, как я буду бегать, снимать на улице там этих монстров, демонов.
как я потом передам тебе это все на компьютер? Вот тут и оно. Так, ну что, давай, Армагуша, старайся, бомби. Так, друзья мои, я после смены, так что не обращайте внимания, я немножко уставший. По идее, должен уже валяться в люльке, потому что опять же с утра, ой, с утра, в ночь сегодня на работу. Но если я лягу, у нас получается два дня простое. В два дня я вообще ни во что не играл. Поэтому вот жертвую своим сном. Сейчас запишу серийку, поставлю ее рендериться, а сам лягу отдыхать уже. Потому что сил нету, очень сильно устаем. Так, ладно. Пойдем. Я еще, правда, после черепашек хотел допройти все-таки события в игрушке Драконы всадники Олуха. Там у нас последний бой, по идее, остался, да? Получить награду и, в принципе, уже успокоиться. Там дело за малым. Копить ресурсы и прокачивать наших драконов. Ну, а уже потом, конечно, будет хороший длинный выходной. Там можно будет уже поиграть со спокойной душой. Никуда, как говорится, не бежать, не рвать, сломя голову, пятки. На расслабончике, как мы обычно это делаем. Так, ну что? Когда же мы с тобой уже перейдем-то в новую лигу? Что-то играем, 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 и все никак не можем перейти. Хотя Армагуша, сам понимаешь, да, всех валит вообще с полтыка. Это наш оплот, это наша надежда. Где мы там? У нас к тому же два отката всего лишь осталось. Друзья мои, наконец-то мы перешли в Сёгун 2 звезды, 92-я позиция. Два отката — это, конечно, плохо, но я не смотрел еще рекламу за 10 откатов. Поэтому я думаю, нам надо будет посмотреть рекламку. И если нам не хватит отыграть всех моих персонажей именно сегодня, я, наверное, за $250 возьму еще 10 откатов. То есть получается 20. Ну и 20 откатов, я думаю, нам вполне хватит, чтобы дойти до Лиги Сёгунов, а может быть даже и до Лиги Мастеров. Хотя, наверное, бойцов у меня все равно не хватит на весь этот пробег. Но попытаться можно. Так, у нас какое сейчас место будет? 70 какое-то? Ага, 76-е. И последний откатик. Ага, не дают мне, да? 15-21. Не хотят. Ладно. Не хотите, как хотите. Конечно, сегодня было еще желание, ребята, поиграть в Pocket Morty, в Юрский мир, но, увы, ограничен по времени. А если вставать и перед работой, только максимально, что я могу, это снять, а срендерить я уже не успею. То есть вы выложите это только если завтра. Так что посмотрим. Сегодня, наверное, все-таки один видосик будет. Два. Это вчерашняя серия Всадников драконов, которую я не успел выложить. И, скорее всего, вот эти вот черепашки. Поэтому на многое сегодня не рассчитывайте. Так, все, да? У меня закончились. Ну ладно, давай купим. Купим. Денег у нас маловато. $443 всего лишь. $443. А почему мало, ты спросишь? А потому что мы с тобой занимали очень малые места. Во-первых, у нас буста не было в понедельник. За счет буста мы с тобой там получаем сразу не кислую сумму долларов. Ну и как ты видишь, сейчас тоже мы были с тобой в лиге самураев 2 звезды. А, 3 звезды. То есть там награды, ну, ничтожные. На сёгунах, начиная вот сёгун, мастер, там уже идут приличные награды. А здесь пока по мелочи, но зато у нас с тобой 66 жетонов. Точнее, монет. И если я не ошибаюсь, мы с тобой сейчас, сегодня, сможем прокачать Рафаэля. По-моему, там не хватало ему именно 3 ДНК. Посмотрим. Ну что ж, выряем опять же валун. Какой, кстати, уровень у наших противников? 56-й. То есть вот делая вывод, насколько мы, ребята, отстали от наших противников. Потому что обычно в это время мы уже с тобой деремся с
70-ми, почти 80-ми уровнями. А тут 45-й еще. Очень странно. Так, ну что, Армагуша, давай. Все меньше и меньше и меньше у нас становится наших боевиков. Ладно. Тут уже не моя вина. Единственное, что я жалею, зачем я покупал, если могли с таким же успехом с тобой просто за рекламу посмотреть, получить эти 10 откатов. А хотя смысл? Мы эти 10 откатов получим, они у нас будут лежать. То есть в любом случае они никуда не денутся и не пропадут. Так что, что ты купил, что ты посмотрел за рекламу, никому от этого хуже не станет. Так, ну что, 19 позиций, это с 30-й. Что-то как-то мы очень медленно идем. Еле-еле, как будто нас туда силком тянут. А мы сопротивляемся. Так, у нас уже 70-й уровень выступает. А тут кто? А тут 60-й. Ну, практически сравнялись. Практически. Так, уже немножко начинается опасность, потому что Армагон, скорее всего, будет уже не тянуть один всю эту компашку. И нам надо будет с тобой перестраховаться. Все, Лига Сёгунов 3 звезды, наконец-то. 16-21, сразу же выбираем с тобой Армагона. Раз, два, три. Бакстер Стокман, как всегда, тут затесался. Как будто его кто-то звал сюда. Да пускай будет. Для веса. Тыч. С полтычка называется. Раскурочили мы их. Ладно, двигаемся далее. То медленно, то быстро. Блин, конечно, хотелось бы попасть в Лигу Мастеров, но никак. Ну что, берем этих. Так, подожди-ка, подожди-ка. Армагошу нужно вернуть. Раз, два, три. А следующий раз, два, три, четыре. Следующий поединок, ребята, вообще не будем тратить. Один откат потратим, чтобы была фул команда, и все. А, давай, бей. Не будем здесь с тобой ничего делать. Не хиляться, не увороты. Все, Армагоша ушатает. Как-то так. Ну что, пошли на последний поединок. Потом зайдем в магазин, я хочу все-таки глянуть. Прав я или не прав по поводу Рафаэля? Космос. Или подожди, мы Леонардо, по-моему, качали, да? Да, Леонардо. Раз, два, три, четыре. Ну и последний пускай будет, например, Рахзар. Тут в любом случае сейчас Супер Шреддер делает удар. А Усаги их всех добивает, вот. А, наоборот. Усаги первый бьет. Ага. А Супер Шреддер бьет последним. Вот и все. Так. Ну что, я думаю, что к завтрашней серии я не сильно упаду с этой, как говорится, лиги. Хотя, скорее всего, сбросят. Да, наверное, до Лиги Сёгуна 2 звезды. Ну что, пойдем в магазин. Предметы. Так, ребят, нет. Ошибся я, получается, да? Нам, наоборот, еще нужно 7. 7 ДНК. Почему-то я подумал, что мы с тобой его прапаем. Хм. Ладно. Получается, надо еще 4 ДНК. 4 ДНК. Мы с тобой пройдем событие, получим ДНК. А по возможности можно даже сегодня его прокачать, если у нас все пойдет нормально по фарму. Ну что? Испытание. Космические странности, друзья мои. Космические странности. Ну, такой командой, друзья, такой командой мы просто здесь разнесем всех в пух и прах. Ты посмотри, у меня топовые персонажи. Здесь даже никто и векнуть не успеет. Да, скорее всего, мы прокачаем сегодня Леонардо. И это будет круто.
теперь давай вспомним, что у Леонардо космос за последняя атака. Массовая или нет? По-моему, нет. Вроде бы как одиночная, но утверждать не буду. Так, вот и все. Первое событие у нас пройдено. Довольно легко. Двигаемся с тобой дальше. Двигаемся на второе, да, испытание. Так, здесь нам остается Джастин. Здесь битва за Бакстера Стокмана. Он мне не нужен. Ну, а по-другому никак. Пройти я не смогу, ребята, избежать этой драки, потасовки. Так, минус крыса. Отлично. Двигаемся дальше. Слушай, а вот в данный момент, вот они где бегают? Мне кажется, это, наверное, родная планета Кренга. Скорее всего, да? Где-то в космосе. На какой-то непонятной планете бежим. Если это вообще планета, может быть, это какой-то метеорит или еще что-нибудь. Так, ну, как всегда, идеально прошли. Двигаемся дальше. Уже третье событие у нас будет. Третье. А уже с четвертого начинается Рафаэль Космос. Отлично. И, кстати, сколько там ДНК будут давать? Два или одно? Надо тоже посмотреть. Так, мутант Белки. Естественно, их на разбор. 30 уровень. Это вообще ни о чем. Здесь то же самое. Лео выносит, Рафаэль выносит, Усаги выносит и бронированные тараканы. Минус и минус. Так, заключительная волна. Как всегда, черепашки из космоса, да? Здесь мы видим Микеланджело и Донателло. Вырубили, вырубили. Хотя отдается почему-то здесь Рафаэль. Ну, именно в этой вот забежке он даже не присутствовал. Интересно, ладно. А его здесь не должно было присутствовать, потому что здесь нейтрализатор. Ну что, друзья мои, вот и Рафик. Так, подожди. А, здесь у нас эти два. Да, ребят, по одной ДНК будут давать. Плохо. Лучше по две. Ну, как ты видишь, тут у нас будут два голема. Это Трек и Гранитор. Правда, они так выглядят немножко несоответствующие, да? Стрелозад минус, минус. Так, мутант Белки, естественно, тоже идут в расход. И предпоследняя волна. Здесь Майки Лео плюс Джастин. С полточка, ну 40 уровень. Естественно, с полточкой мы их разбираем. Ну, а вот и два брата-акробата. Один лом, другой лопата. Выходит. Я не понимаю, зачем они вот это вот выпендрёж свой делают. Борются на руках. Что не выясняет? Кто из них сильнее, что ли, типа? А потом они вдруг меня увидели, да? И переключаются. Причем как-то двери открылись вот эти вот. Не совсем... Как сказать, ровно. Эти открылись больше, те открылись меньше. Интересно. Так, Рафаэль нам достался, да? Пошли теперь за Леонардо. Ну, как ты понимаешь, да? Здесь опять все будет на изи. Уровень, потому что 50-й. А у нас соточка. Причем у всех. Тут нет даже кого-то 80-го, 90-го, 95-го. Все соточка. Единственное, что вот в этих персонажах не хватает, это фулл прокачки всех скиллов на 7-ю ступень. Если бы у них это все было бы прокачано, ох, они бы тут жарили, поверь мне. Так, и последняя волна. У нас здесь кто? Рафаэль, Донателло, Армагон. Так, и вот эти вот хлюпики, которые разбираются. Ну, тут все понятно. Да, Армагоша, тут ты, конечно, немножко лопнулся. Зачем ты выпускал ракеты, я не пойму.
Мог бы обычный укус сделать, в конце концов. Но если уж тебе так захотелось бы, мог валун туда кидануть. Так, Леонардо Космос полупил. Это, зарабатываем, да? По-моему, здесь будут все черепашки у нас. Единственное, что мы-то дойдем до туда. Но вот сыра у нас с тобой не хватит для фарма. Ну что же, приступим. Минус. Минус. Отлично. На вторую волну. Блин, да я, наверное, сам сыграю. Мне уже надоело смотреть на них, потому что здесь можно было элементарно, ребята, сделать массовую атаку, и все, они бы здесь лежали бы. Храпели бы, как говорится, в две дырочки, и все. Так, третья волна. Сейчас сразу же суператаку, если какая-то есть у нас. Есть, давай, Лео. Крути. Найс. И последнее. Так, Леонардо и Майки. Сделаем так, и свой суперудар делает наш Усаги. Упс, Майки выжил. Интересно. Все, и насколько я понимаю, ребята, остается у нас всего лишь два поединка. Да? Раз и два. Поехали. Кстати, вот здесь тоже, ребята, можно пофармить всех черепашек. Даже не обязательно идти на Армагона. А может быть, нам и не идти на него, а? Смысл-то? Так, давай, влупляй. Действительно, я не вижу смысла идти на Армагона, если мы здесь можем с тобой нормально пофармить. Причем у нас, по-моему, еще сыр останется. Так, шипы. Нормально, да, так укладываем их, баньки. Так, стрелозады. Валунчиком. Так, предпоследняя у нас волна. Ага. Стоят хлопцы, да? Так, Рафаэль отдуплился. Давай-ка, наверное, так сделаем с тобой. Минус Майки. Так, минус Майки. Дони, точнее. И минус Лео. Так. Ну и, как всегда, эти боссики. Трек с Армагоном. Фу, ё-моё, с Армагоном. О чем я тебе говорю? Да, ребята, это не выспавшись называется. Гранитор, конечно же. Смотри. Ага, нет, ребят, здесь то же самое. Двери открываются неровно. Так, минус. Да, конечно. На. И добивка. Вот и все. И получаем с тобой Донателло. Ну, Донателло нам не нужен. Так что давай попробуем пофармить. Сколько у нас сыра? 33. Здесь, друзья мои, по 2 ДНК можно получить. Поехали. Ну, естественно. Вот, Майки Космос. Видишь, Майки Космос нам выпал. Да ё-моё, 40 жетонов. И последняя попытка. Ноутбук Дона. Ну, все равно, я считаю, ребята, выгодно здесь пробовать фармить. Просто выгодно. Здесь невыгодно. А именно там выгодно, да? Мы, наверное, с тобой этим плотненько и займемся. Опачки. За Лигу Сёгунов награду получили. Ну что, остаются жетоны. Но я уже, наверное, их, ребята, за кадром набью. Тем более у нас жетонов маловато будет. Есть мутаген. Давай-ка кого-нибудь поднимем по уровню. Это будет Эйприл О'Нил. Так, немножко не хватает до 55 уровня. Но, тем не менее. Ну что, друзья мои. А на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.
А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам, это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всяк умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы жалкие букашки, супер ниндзя черепашки. Носим панцирь, как рубашки, юные таланты.